телу. И таким образом в нашу страну приехали ведущие специалисты Сен-Жермен Турции, это филиал Парижского центра, и уже приступили к тренировкам на футбольном поле Абдышаты. И самое главное, они еще дали мастер-классы для тренерского состава команды футбольного клуба Абдышата. Я полагаю, что в будущем эти встречи будут распространяться не только локально на этот клуб, но и на другие заинтересованные, не менее такие финансово благополучные клубы, которые хорошо известны в нашей стране. А сегодня у вас состоится встреча непосредственно со специалистами футбольной академии. Они приехали из турецкого филиала. Позвольте мне с большим уважением представить вам господина Нихата Огурду. Он является генеральным директором филиала Париж Сен-Жермен в Турции, и в то же время он возглавляет, является президентом Академии Global. Он практикующий тренер, он практикующий футболист. Его имя хорошо известно в достаточно высоких кругах футбольного мира. С не меньшим удовольствием представляю вам господина Хамза Безмиша. Он является техническим директором филиала Париж Сен-Жермен в Турции. И тоже большое время отдает футболу, в котором знает футбол и знает, как его обучать по академическим правилам. Не так во дворе научились, а так, как положено. Ну, естественно, здесь присутствует Куршит Мускулаев. Он является генеральным тренером футбольного клуба Абдышата. Сейчас он здесь появится. И тоже выскажет свое мнение. И переводом у нас будет заниматься очень красивая, обаятельная девушка. Это Аида. Генеральному директору филиала Париж Сен-Жермен Турции и президенту Академии Global. Прошу вас. Öncelikle merhabalar. Türkiye'den Kırgızistan'a gelmeden önce tereddüt yaşıyorduk. Biliyorsunuz dünyayı saran bir koronavirüs salgını var. Acaba gittiğimiz zaman neler yaşayacağız diye çok tereddüt içerisinde kaldık ama Kırgızistan'a geldiğimiz için gerçekten çok seviniyorum ve mutluyum. Çünkü burada çoğu insanlar maske takmıyor, her yer açık ve karantina yok. Bu bizi birinci derecede çok mutlu etti. Kırgızistan'a gelme sebebimiz aslında Paris Saint-Germain Akademi'nin Antalya'daki kampına katılan Kırgız çocuklardan dolayı biz buradayız. Çünkü... Разрешите поприветствовать всех вас здесь. Я хочу поделиться своим впечатлением. Я очень сильно волновался, переживал перед тем, как сюда приехать, потому что сами знаете, что сейчас из-за пандемии в Турции очень ситуация ухудшилась. И когда мы сюда приехали, увидели людей без масок и поняли, что здесь ситуация намного лучше. Вот. Наша цель здесь... Нашего приезда цель сейчас мы в краткости расскажем вам. Ve Antalya kampına gelen Kırgız çocukların yeteneği bizi aslında buraya getirdi ve Kırgızistan'da bir potansiyel olduğunu düşündük. Ve Abdüşata Futbol Kulübü ile bir işbirliği için görüşmeye geldik. Benim ismim Nihat Uğurlu. Paris Saint-Germain Akademi Türkiye'nin kurucusuyum. Aynı zamanda Global Futbol Kulübü'nün de kurucusuyum. Ve kulübümüze ait Global Futbol Akademi'yi Abdüşata Futbol Kulübü ile birleştirme, futbol artı kişisel gelişim eğitimlerini Kırgız çocuklara da vermek istiyoruz. Наша цель приезда развить и поддержать футбол именно в Кыргызстане. И когда мы организовывали кампинг в Анталии, так, это было в ноябре, и приезжали юные футболисты в Анталию, мы с ним проводили 10 дней кампинг, и
мы поняли, что здесь есть потенциал для футбола, и поэтому решили приехать и совместно начать работу здесь с клубом Абдышата. Кыргызстан Бишкеке geldiğimiz günden itibaren Абдышата футбол клубы yetkilileri inanılmaz ilgilendiler bizimle ve çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Çok güzel futbol tesisleri oluşturmuşlar. Dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde olmayan bir futbol yatırımı yapmışlar tesis anlamında. Ve biz Abdüşata Futbol Kulübü ile bu alanı futbol eğitimini ve kişisel gelişimle doldurmak ve geliştirmek için görüşmelere başladık. Когда мы приехали, я бы очень хотел поблагодарить лично представителей Абдышата. Они очень радушно и тепло нас встретили. И до сих по сей день они с нами. И они, мы заметили, что они настолько вложились именно в сектор футбол. И хотим воспользоваться возможностью и открыть новый, ну, создать новый уровень футбола в Кыргызстане. Türkiye'de futbol altyapılarında bir açık keşfettik ve o açıklardan bir tanesi büyük kulüplerin, bütçeli kulüplerin yatırım yapmadığı altyapılardaki o açığı biz gördük ve Türkiye'de 10 lokasyonda bir eğitim vermeye başladık Paris Saint-Germain Akademi olarak. Ve aslında Türk çocuklarının da böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu fark ettik. Ve açtığımız her lokasyonda büyük bir talep gördük. Ve biz bu modelin bir benzerini Kırgızistan'da ve Bişkek'te yapmak istiyoruz. Ve şu anki görüşmelerimiz çok olumlu geçiyor. Во время работы в Турции мы заметили, что есть необходимость вложиться именно в эту систему футбола. И многие наши юные футболисты, они нуждались в новых знаниях. И на практике мы увидели, что это очень как бы эффективно, и хотели бы такую же систему построить и в Кыргызстане, в Бишкеке с компанией, ой, с клубом Абдышата. Şimdi Hamza Hoca'ya söz verelim, sonra sorularla devam ederiz. Мы сейчас можем предоставить слово господину Хамза и дальше можем продолжить. Teşekkür ediyorum herkese. Merhaba. Ben Hamza Gezmiş, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Head Coach'u, Global Futbol Akademi ve Global Futbol Kulübü teknik sorumlusu olarak görev yapıyorum. Здравствуйте. Я являюсь техническим директором Глобальной Академии Клуба и также главный менеджер Академии Paris Saint-Germain. Biz özellikle Türkiye'de Paris Saint-Germain Futbol Akademisi olarak çok değerli bir yetiştirme, futbolcu yetiştirme modeline sahibiz. Bu yetiştirme modelini, eğitim anlayışını, antrenman metodolojisini burada Kırgızistan'da özellikle Antalya kampına katılan potansiyelli sporcuları da gördüğümüzde uygulamanın çok olumlu sonuçlar verebileceğini düşündük. Как академия Paris Saint-Germain, мы поняли на практике, которую мы проводили в Анталии в течение 10 дней, что если будем совместно работать, мы можем достигнуть больших высот. Buraya gelirken çok kaygılıydık ama bu kaygımız açıkçası dünyayı saran Covid salgınından dolayı değildi. Covid salgınından dolayı bu bildiklerimizi, bilgilerimizi aktarım noktasında fırsat bulup bulamayacağımız noktasındaydı. Мы сильно переживали не столько из-за пандемии, а столько как мы можем передать те знания, которые мы накопили за все эти годы в Турции. Ama buraya geldiğimizde gördük ki harika bir çalışma ortamı, özellikle Abdüşata Kulübü yetkililerinin yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti ve aslında buradaki sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bize gösterdi. Еще раз хочу как бы поблагодарить представителей Абдышата. Я как бы мы заметили, что они очень интересуются в этом секторе и показали нам свои, как можно сказать, чтобы те места, которым мы можем помочь и совместно
дальше работать. Planlamalarımız doğrultusunda özellikle ilk gün teorik olarak eğitimler vererek eğitim felsefemizin ne olduğunu, antrenman metodolojimizin nasıl olduğunu, sporcu yetiştirme modelimizin nasıl olduğunu Abdüşata Kulübü teknik ekibiyle paylaşmış olduk. Первые дни по приезду сюда мы обменивались теориями с представителями Абдышата, с тренерами, вот, и как нужно обучать, получается, юных футболистов, и как нужно обучать тренеров. Мы делились знаниями. Daha sonraki iki gün saha içerisindeki gözlemlerimiz ve saha içinde pratik uygulamalarla metodolojimizin ne olduğunu görsel olarak antrenörlerimize de gösterdik. Последующие дни мы начали уже изучать и показали нашим тренерам, как нужно и на деле показали, на практике. Ve sonrasında yaptığım toplantıda şu geri bildirimi aldım. Bu tarz bilgilerin Kırgızistan futboluna çok yararlı olabileceğini özellikle Abdüşata Kulübü'nde görev yapan antrenörlerin bana ifade ettiğini söylemeliyim. Я сейчас хочу сказать то, что на собрании мы с тренерами делились впечатлениями, и то, что они мне сказали, я сейчас хочу вам это все рассказать. Çünkü biz model olarak sadece sportif olarak gelişen değil, sosyal olarak da gelişen, akademik olarak da gelişen bir yapıya sahibiz ve onu Kırgızistan'da uygulamak istiyoruz. То, что нам во время собрания недавно, когда мы устраивали, тренеры заметили, что у нас не только как спортивное знание, да, у нас есть социальное и академическое, и мы пришли к мнению, что здесь нужно именно эти качества тоже развивать совместно и спортивным знанием. Teknik olarak yetenekli sporcunun yeteneğinin korunması ve geliştirilmesi, eksik noktalarının tamamlanması birinci önceliğimiz. Teknik olarak yetenekli sporcuların yeteneğinin korunması ve eksik olan özelliklerin de gelişmesi bizim için birinci öncelik. Мы отдаем предпочтение техническим вопросам именно талантливых игроков. Если у них есть какие-то сложности, мы должны это решать. Bunun yanında sosyal olarak başarmak için mücadele eden, kolektif oyun anlayışına sahip olan, saygı ve fair play'i ön planda tutan ve bunu yaparken de çalıştığımız sporcu profilinin çocuk olduğunu düşündüğümüzde bu çalışmalardan keyif alan, eğlenen, mutlu olan sporcu modelleri yaratmaya çalışacağız. Мы хотим построить такую модель работы, чтобы во время обучения дети получали и знания, и чтобы им было комфортно и весело, и как можно сказать, коллективную работу хотим построить. Çünkü bu değerlere sahip olduğunda sadece futbolda değil, hayatın her alanında çok başarılı, iyi insanlar olarak yetiştirebileceğimize, katkı verebileceğimizi düşünüyoruz. Благодаря этим качествам люди, игроки будут развиваться не только в спорте, но и в жизни, им это очень пригодится. Ben tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Şunu özellikle tekrar ifade etmeliyim. Buraya gelirken evet kaygılarımız vardı. Şöyle bana sorduklarında neler hissettiğimi şunu ifade ettim. Gelirken ağladık ama yarın döneceğiz. Giderken de ağlıyoruz. Çünkü buradan ayrılmak bizim için çok zor olacak. O yüzden bu düşünceyi bizde oluşturan herkese çok teşekkür ediyorum. Я очень рад, что я здесь нахожусь. Когда я сюда собирался приехать, если честно, я немного плакал, потому что очень сильно переживал и не знал суть в Кыргызстане, ситуацию в Кыргызстане. Когда я приехал, узнал, и теперь вот уезжаю, теперь тоже хочется плакать из-за того, что не хочу расставаться с вами. Добрый день, уважаемые журналисты. Ну, так как у нас ранее было проведено в Анталии отбор, то есть просмотр в Академию ПСЖ,
мы заинтересовались именно этим отбором и пригласили специалистов с Академии ПСЖ, чтобы они обменялись опытом, помогли нам наладить работу и помочь подготовить юных футболистов к этому высокому уровню. Да, вопросы? Конечно. Да. Да, они приехали, провели у нас трехдневный семинар, обучили нас, как работать с юными футболистами, то есть подсказали, на какие вещи нужно больше уделять внимание. Вот, и поэтому три дня это для нас мало. К сожалению, они завтра улетают, но мы постараемся дальше сотрудничать специалистами с ПСЖ. Да, это только... Нет, это только начало, а сейчас у нас идут переговоры, то есть мы должны подготовить кое-какие нюансы, чтобы сотрудничать с Академией ПСЖ. Это только начало. Согласен. Конечно. Будет ли ваше утверждение, что футбольный клуб «Обыша Старт» стал первым клубом, который нашел специалиста в этом клубе? Ну, я считаю, конечно, будет, если мы сейчас подпишем договор и будем сотрудничать с этой командой, с этим клубом. Поэтому я считаю, что это на данный момент, ну, первый клуб, кто ведет переговоры на таком уровне. У меня вопрос к вам. Скажите, сотрудничество с футбольной командой Кыргызстана — это первое сотрудничество? Или вы уже работали с футбольными командами стран Центральной Азии? С Казахстаном, с Узбекистаном или нет? Или вот Кыргызстан и футбольный клуб Абдышата стали первым вашим интересным партнером? Daha önceden Orta Asya'da bir çalışma pratiği mi olmadı, ama Avrupa'da, Belçika'da, Arnavutluk'ta ve Bosna'da farklı takımların sevk ve idaresinde görev aldım. Ama planlarımız içerisinde Orta Asya'da farklı ülkelerde de bu pratiği yayma ve geliştirme noktasında çalışmalarımız olacak. Bu anlamda Abdüşata Kulübü bizim için aslında ilk olması münasebetiyle de çok önem arz ediyor. Heyecanımız bu anlamda çok yüksek. İlerleyen süreçte dediğim gibi farklı ülkelerde de bu pratiği yapacağız. Нет, это наша первая работа в Центральной Азии. И да, конечно, мы работали раньше в Европе, в Бельгии, можно сказать. И мы очень, как бы, это большая возможность получить такой шанс работать совместно с Абдышата. И в дальнейшем, конечно, мы планируем работу и в других странах Центральной Азии. Bizim birinci hedefimiz oluşturmuş olduğumuz bu eğitim modelinin Kırgızistan'da, özellikle Bişkek'te Abdüşata takımıyla yapmak birinci hedefimiz. Çünkü onlarla görüşüyoruz ve başkanının bu kadar vizyonunun geniş olması, olaya bakış açısının geniş olması, futbol altyapılarına yatırım yapmış olması bizim birinci önceliğimizdi. Ve tesislerini gezdirdikten sonra ve
onların oluşturmuş olduğu o vizyonla ve bizim katacağımız değerle ben Kırgızistan'da başka takımla çalışacağımızı düşünmüyorum. Çünkü Abdüşatay ile bir anlaşma yapacağız. Нет, мы да, мы работаем с Абдышата, и то, что нам показали свои площади, и как я ранее говорили, то, что мы увидели, как они вложились именно в футбол, мы пока не планируем работать с другими клубами, пока мы сотрудничаем только с Абдышата. Спасибо. У меня есть один вопрос, Михаил. Как определить, вот этот маленький мальчик талантливый? Потому что, например, если в опере, у меня красивый голос, я маленькая, но у меня красивый голос, и у меня я буду петь, и это видно. А как узнать, что этот мальчик талантливый? Benim yaşımda ve benden büyük olanlar futbola çok geç başlamıştır ve kariyer planlamalarında çok az bir zaman geçirmişlerdir. Şimdi dönemimiz gerçekten futbolu seven topluluklar, insanlar oluşmaya başladı. Özellikle Avrupa'da futbola başlama yaşı bazı ülkelerde 3 yaştan itibaren başlıyor. Biz Türkiye'de 6 ve 7 yaştan itibaren başlıyordu. Devam edeceğim. Когда мы только начали ходить и учиться, мы очень именно наше поколение очень поздно начали ходить и учиться. Но я увидел, в Европе начинают с 6 лет, и, а в Турции с 3 лет. Вот. Ve, с 3 лет. Ve, Türkiye'de şöyle bir potansiyeli fark ettik. Futbolu özellikle 3 yaşa indirdikten sonra Baby School diye bir oluşum geliştirdik. Baby School. Ve özellikle 3 ile 4 yaş arasında ilk hareket dönemini anlatan bir eğitim modeli geliştirdik. Мы построили такую модель, когда ребенок с 3 лет ходит, уже, ну, мы, точнее, мы построили такую модель для 3-летних игроков, наших юных игроков. Ve futbola özellikle 3 yaşında başlayan çocukların aslında ilerledikten sonra 6, 7, 8 yaşa geldiği zaman evet, bir yetenek tarafını görebiliyoruz saha içerisinde. Özellikle bunu teknik taraf daha iyi görüyor. Yani tabii ki o çocuğun erken yaşta futbola başlaması, onun yeteneğinin birazcık daha açığa çıkması demek. Biraz daha erken açığa çıkması. Evet. Чем раньше начать обучать, тем раньше мы замечаем талантливых наших игроков. Например, если с 3 лет начать, то уже в 6 и в 7 лет мы можем уже замечать, у кого есть талант, у кого есть потенциал. То есть вы открываете его? Он geliştiriyorsunuz. Ondaki olan yeteneği. Kesinlikle. Yani yeteneği olmasa bile yani 8 yaşında futbola başladığında ya da 8 yaşında çok yetenekli deyip 18 yaşında kaybolan birçok sporcu var. Bunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Burada amaç sürdürülebilir kılmak ve çocuğun her yaş grubunda o eğitimine devam ettikten sonra profesyonel hayata geçmesini sağlamak istiyoruz. Наверняка все мы знаем, что есть такие футболисты, которые, например, показали себя 8 лет, что они очень талантливы, а 18 лет их уже никто не слышит о них и никто не знает. Но чтобы избежать таких моментов, мы для каждого возраста определенную модель и разрабатываем. Ben hemen bir şey eklemek istiyorum müsaadesi olursa. Futbolda şöyle bir kural vardır. Bir hareketi en iyi şekilde yapabilmek için ya 10.000 saat çalışmak zorundasınızdır ya da 10.000 tekrar yapmak zorundasınızdır. Bu pratiği ne kadar erken sporcular yapmaya başlarsa aslında gelişim için o kadar avantajlı olabiliyorlar. Чем раньше человек начинает трудиться именно работать, показывать себя на практике, тем и
и его таланты улучшают, потому что наверняка мы все слышали, что чтобы развить хотя бы один технический момент, да, в футболе, нужно заниматься либо 10 тысяч часов, либо 10 тысяч раз это повторять, чтобы улучшить навыки. Поэтому у меня вопрос. Один наш мальчик будет учиться в академии Александрии. Он там будет плакать от усталости, от того, что он должен 10 тысяч раз повторить прием, от того, что будет новая атмосфера, новые нагрузки. Как ему там будет, этому мальчику нашему? Что вы ему можете сказать уже сейчас? Верите? Şimdi Kırgızistan'da olma nedenlerimizden bir tanesi Paris Saint Germain kulübünün Türkiye'deki akademilerini geliştirdik ve belli bir model oluşturduk. O model çerçevesinde kendi futbol kulübümüzde de bunun pratik ve performans tarafını yapıyoruz. Devam edeceğim, çevirebilirsin. Мы можем повториться, что мы разработали такую модель, что и хотим этими знаниями поделиться с нашими, получается, партнерами. И для того, чтобы развить с малых лет и в этих юных футболистов талант, особенный талант, и он сейчас расскажет, почему. Akıllı futbolcular yetiştiriyoruz ve bu yetiştirdiğimiz sporcular yetenekli görünen sporcuları Paris Saint Germain tarafından takip ediliyor ve özellikle İstanbul ve Antalya'daki kamplarımıza Paris Saint Germain teknik direktörleri geliyor ve çocukları birebir görme şansına sahip oluyorlar ve o yetenekli gördüğü bir sporcuyu Paris Saint Germain Paris'e davet edebiliyor. Ama şöyle, 18 yaşından küçük sporcular aileleriyle birlikte orada yaşamak zorundalar. Ve mesela şu anda Türkiye'den bir tane kız çocuğumuz Paris Saint Germain altyapısıyla resmi kontrat imzaladı ve aile şimdi oraya taşınıyor. Ve artık orada yaşayacaklar ve Paris Saint Germain'in altyapısında oynayacak ve kızımız 11 yaşında daha. Цель нашего сотрудничества, например, когда они приглашают в Анталию, да, в Стамбул на кампинг, для того, чтобы посмотреть, увидеть, какие есть таланты. Вот. И на эти кампинги приезжают наши технические директора из Paris Saint-Germain, и они сами замечают, у кого есть потенциал. Допустим, у нас до 18 лет один спортсмен, он должен, как бы с ним должны присутствовать его родители или кто за него несет ответственность. Допустим, например, мы заключили контракт с одной девочкой, ей 11 лет, и они переехали сейчас вот со своей семьей. Bizim eğitim modelimizde Şimdi onu söylüyorum. Bizim aslında eğitim modellerimizden bir tanesi sporcuya eğitim verirken aile de yanında olsun istiyoruz. Çünkü aileden kopardığınız zaman bir çocuğun belli noktalarda eksik kaldığını görüyoruz. Bunu Türkiye'de bazı kulüpler yapıyor ve doğru bir model değil. Aileyle yapılan iş daha doğru geliyor bize ve daha yapıcı oluyor. Bizim amacımız zaten buradan Kırgızistan'dan sporcuları tabii ki Türkiye'deki Süper Lig'e veya Paris Saint Germain'in altyapısına vermek hedeflerimizden bir tanesi ama bunu Kırgızistan'a da getirmek. Yani o altyapı modelini, o eğitim modelini ve gelişmiş sistemi Abdüşata Futbol Kulübü ile Kırgızistan'a yerleştirmek istiyoruz. Мы отдаем предпочтение, ну, на практике мы сами увидели, поняли, что лучше будет заниматься с ребенком при присутствии и его семьи. Потому что когда мы отделяем ребенка от его семьи, он, естественно, получает какую-то травму. Да.
И мы накопили столько знаний на практике и хотели бы здесь и поделиться с клубом Абдышата. У меня еще один последний вопрос, потом я обязательно спрошу Куршита. Я хотела спросить Хамзу. Человек учился, пришел к вам шестилетним, ему 18 лет, он успешно проучился, он стал хорошим спортсменом. Что с ним дальше будет? Как он будет свои... В какой команде он будет играть? Как он будет зарабатывать на профессиональном футболе? Как? Bir Ajax takımı oluşturuyoruz. Aslında bahsettiğimiz şey bir model. Bizler de sporcuların profesyonel hayata gitme noktasında onlara rehberlik yapmayı kendine amaç edinmiş olan antrenörleriz. Bizlerin özellikle ben yıllarca 17 sene, 18 sene Türkiye'de Süper Lig'de, birincilikte üst düzey futbol oynamış olmama rağmen iyi bir altyapı eğitimi almadım. Ve bunun eksikliğini futbol oynadığım dönemde her zaman gördüm. Bizler bunları yaşamış insanlar olarak bizlerin yetiştirdiği sporcuların elit seviyede oynayan, mücadele eden, kendini ifade eden, sosyal yönüyle, liderlik vasfıyla başarılı profiller olarak futbol camiasına kazanılması noktasında hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz. На своём опыте я знаю, что когда я учился, когда я играл, не было столько хороших профессиональных тренеров, и мы сейчас то, что вот накапливаем, мы на своем личном опыте увидели и хотели бы, чтобы те люди, вот наши спортсмены, получили очень много хороших знаний, чтобы они могли потом играть на профессиональном уровне, как вы говорите, high level и на высоком. Ve bunu şöyle tamamlamalıyım. Hanımefendinin sorusuna cevap сейчас olacak aynı zamanda. Сейчас ответим на ваш вопрос еще. Bizim bir eğitim felsefemiz var. Bir eğitim modelimiz var. 6 yaşından 18 yaşına kadar bu eğitim felsefesiyle sporcuyu geliştirme amacıyla hareket ediyoruz. Bu kişilere bağlı bir şey değil. Kulübümüzün ortaya koyduğu bir değer ve anlayış, bu değer ve anlayışı ortaya koyup bir model yaratmak aslında gayemiz. У нас есть философия обучения, состоится, заключается в том, чтобы развить такие качества, чтобы нашему спортсмену в будущем это способствовало находить себя в жизни, не только в спорте. Спасибо. Еще один вопрос, Михаил, не могу удержаться. Турция – футбольная страна. И болельщики турецкие – это очень хорошие болельщики, они преданные. Скажите, ваш президент Реджеп Эрдоган, он переживает за футбол? Он хороший болельщик? Или он не посещает? Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki maçlara gidiyor, milli maçlara gidiyor bildiğim kadarıyla yoğunluğundan fırsat buldukça ve takip ediyor diye düşünüyorum. Gerçekten futbolu seven bir kişi. Türkiye'de futbolun gelişmesi için de çok çalışanlardan bir tanesi. Ve özellikle Türkiye'de her şehire hemen hemen büyük stadyumlar yapıldı. Ve bu çok ciddi bir yatırım. Ben kendileriyle gurur duyuyorum. Мы можем увидеть его интерес к футболу тем, что, например, даже вот в маленьких городах, не только в больших, построили стадионы. Вот таким образом мы можем понять, что насколько он увлечен футболом. Да, конечно, если у него есть возможность по времени, он, конечно, приходит и болеет, смотрит футбол. Футбольный клуб Абдышата. И последний мой завершающий вопрос вам, Кушир. Уже общественность знает о том, что вы работаете с Академией Сен-Жермен по Франции, что приезжали коллеги, что проводили мастер-классы для тренеров. Вы уже
Да, на семинаре было уделено очень много времени для того, чтобы правильное обучение юных футболистов. И поэтому наши коллеги, наши тренера очень хорошего впечатления, и они поняли, и над чем работать. И получается, мы благодарны специалистам с ПСЖ за такой визит, за эти три дня. Они очень многое дали для нас, для наших тренеров, поэтому мы рады таким людям, что они помогают не только нашему футбольному клубу, но и нашей стране, нашему Кыргызстану. Поэтому мы очень многое у нас впереди, дай бог, мы хотим дальше сотрудничать с этой академией, и нам нужно наладить и решить кое-какие вопросы. И дай бог, в ближайшем будущем нас уже ждет, можно сказать, прогресс именно в футболе. Поэтому хочу поблагодарить еще раз наших специалистов за визит в нашу страну. Я заканчиваю эту пресс-конференцию и надеюсь, что я, несмотря на свой серьезный возраст, доживу до того дня, когда на мировом чемпионате пол забьет воспитанник Сен-Жермен-де-Пари, представитель клуба «Алыш». Спасибо. Спасибо. Буяшында. Можно я сейчас переведу? Очень красиво сказали. Иншаллах, бен буяшында, диор. Яны, öyle bir gün gelir ki, Abdüş Hatan'ın Sen-Jermen'le Bizim amacımız. Son bir şey söyleyebilir miyim? Abdüşat'a futbol kulübü başkanı Azat Bey ve Hurşit Bey'e ben gerçekten teşekkür ediyorum. Kırgızistan'a böyle bir sistem kazandırmak istedikleri için Global Futbol Kulübü ile Abdüşat'a Futbol Kulübü aslında Kırgızistan'da bir model yaratacak ve futbol eğitiminin yanında kişisel gelişim eğitimi verecek. Abdüşat'a Global Futbol Akademi'ye katılan her sporcu dil eğitimi alacak, İngilizce eğitim. Bir beslenme doktoru desteği olacak. Spor psikoloji uzmanları olacak saha içerisinde. Zihinsel olarak nasıl gelişir çocuklar? Onlara destek olacağız. Her antrenmanda pedagog eğitimleri olacak. Çünkü biz İlerleyen dönemde bize katılan Kırgız çocukların ileride futbolcu olacaksa şimdiden maç sonu röportajında nasıl konuşur, öfke kontrolünü nasıl sağlar, hakemlerle diyaloglar nasıl olur, saha içerisinde özgüven nasıl olur gibi eğitimler vereceğiz. Ve aynı zamanda teknik direktörlerini de eğiteceğiz. Çünkü bir Hamza Hoca önderliğinde teknik direktör gelişimi ve teknik direktör akademisi de kurmak istiyoruz. В будущем каждый спортсмен получит Planlanan. В школе, в клубе Абдышата и совместно работая глобальной академии клуба. В первую очередь мы будем развивать их языковые навыки, курс английского языка будут получать, всеми необходимыми будем обеспечивать медицинским обслуживанием и также будем предоставлять услуги психологических навыков, так как это очень важно во время тренировки, во время игры спортсмен должен контролировать свои эмоции. Ve Kırgızistan'dan gerçekten çok yetenekli çocukların, çok büyük bir potansiyelin olduğunu gördük. Bu potansiyeli bu tarz bir sistem belli bir noktaya getirebilir ülke futbolunu da. Мы увидели здесь у спортсменов большой потенциал и думаем, что мы будем развивать именно в них таких же как бы мировых звезд, можно сказать. Здесь совместно работая с Абдышата. Ben de son bir şeyle bitireyim, çok özür dileyerek. Özellikle yaptığım toplantılarda şöyle bir geri bildirim aldım. Kırgızistan'da aileler çocuklarının futbolcu olmasını istemiyorlar çünkü futbolda bir gelecek görmüyorlar. Bizim buradaki en büyük amacımız şu olacak.
Kırgızistan'da uluslararası düzeyde tanınan futbolcular yetiştirmek ve bu bakış açısını bir devrimle değiştirmek olacak. Я что заметила на собрании здесь вообще протяжении 5 дней, насколько я нахожусь, в Кыргызстане многие родители, семьи не отдают своих детей как бы футбол, да? И потому что они говорят, что нет будущего в этом секторе. И мы хотим это открыть, да, и чтобы на международном уровне развивать наших будущих футболистов. И дай бог, чтобы именно эти футболисты, получается, как можно перестроить все эти устаревшие правила и мысли наших людей в Кыргызстане. Спасибо большое. Спасибо. Ve kendisini de biz bu oluşum başladığı zaman bir lansman yapacağız ve lansmanı şimdiden davet ediyorum kendisini. Burada mı? Ha, oraya mı? Yok, burada Bişkek'te yapılacak. Мы организуем мероприятие в будущем и хотели бы вас тоже пригласить, чтобы вы тоже присутствовали у нас. Спасибо. Вам спасибо.